Есть у нас такая традиция в октябре в Санкт-Петербурге «Зенит» побеждать. 3 года назад канониры вырвали победу в кубковом противостоянии на Петровском. И вот тульская команда, ведомая Миодрагом Божевичем, вновь приехала в город на Неве. В этом матче было много событий, для которых подходит эпитет «впервые». В воскресенье «Арсенал» открыл для себя шикарную арену на Крестовском острове. Оружейники впервые поразили ворота «Зенита» в чемпионате России. Первый гол за красно-желтых забил Кангва. И самое главное, команда Миодрага Божевича сумела обыграть безусловного фаворита, нанеся ему первое поражение. Половину поля. Шатов. Удар диагональный по воротам. Дриуси. Нет, нет, это не гол, не гол, нет. Мяч опустился на сетку за воротами Владимира Кабулова. Кузяев. Передача. Ерохин! Ну и вот он, первый удар в створ ворот и первое спасение Владимира Кабулова. В атаку с пенальти Кришта, подача. Момент и гол! Нет, нет, не игры. Нет, не игры. Иванович все прекрасно понял и сразу побежал назад. Александр к воротам, подключает Смольникова. Смольников, подача, опасно! Это действительно было опасно. Кузяев, Триуси, хорошо получилось. Пятка оставляет мяч. Дюба, Кокорин! Удар плотный, мяч даже слегка задел ногу Максима Беляева. Опять офсайд. Второй мяч уже не засчитывают ворота Арсенала. Скажите, как его зовут? Константин Шаламберидзе. Абсолютно он прав. Абсолютно. Урчану. Все-таки здорово видит поле и чувствует. Урчану в момент, когда развернуться и мяч перевести. Хорошо, на Камбарова. Камбаров, прострел низом и момент, и гол! Гол забивает Арсенал! Первый мяч в истории РФПЛ в противостоянии «Зенита» и «Арсенала». И делает это Эванс Кангва! Какой пас Камбарова, а? И смотри, многие побежали Кангва поздравлять, а 4 человека, по-моему, без сил уже просто почесали назад. Какой пас, и уже Лунев ничего не может сделать. Шикарная диагональная передача как раз. Как только победу нашей команды не смаковала российская пресса. Сталинградская битва, Замбийский укол, Миодраг-чудотворец. В этот вечер на Крестовском тульский «Арсенал» предстал настоящей командой, которой каждый туляк обязан гордиться. Командная дисциплина, надежные оборонительные редуты и единение с болельщиками – вот слагаемый успеха над лидером чемпионата России. Так пишется история, так продолжаются приятные для нас традиции, так рождается победная серия, которую продлить мы желаем любимой команде «Махачкале».